Всем привет, друзья, и всех с наступающим Новым годом! Как видите, у меня уже праздники начались. Я вам обещала в прошлом видео показать свою коллекцию девушек нарисованных. И так скажем, это маленькая коллекция, которая будет занимать всего лишь несколько минут, но мне она очень-очень нравится, и я хочу узнать ваше мнение, как она вам нравится или нет, и стоит ли мне ее продолжать. Тоже. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Эти тоже все фотографии будут позже в Инстаграме. Можно их будет изучить повнимательнее, просмотреть детали, прокомментировать. Очень жду ваших комментариев. Очень интересно ваше мнение. Также, забегая наперед, у меня есть несколько таких эскизов, не эскизов. Здесь я рисовала такого осьминога. Но так как бумага... Это конверты, но так как бумага очень тонкая, оно немного просвечивается назад. И еще не знаю, что с этим делать. Плотнее конвертов нету. А очень бы хотелось такие конвертики продавать. Думаю, может быть, стоит в них влаживать бумагу и так рисовать. Но это пока есть только шаблоны, только начало моего творчества, так сказать. Дальше будет это все в разработке. Если понравятся такие конверты, пишите. Посмотрим, что можно сделать. И можете даже присылать свои эскизы рисунков или же, я не знаю, свои просьбы, что можно нарисовать на конверте. И буду продавать, будем смотреть, буду разыгрывать, буду устраивать конкурсы. Так, дальше у меня на детскую тематику с таким жирафчиком. Но тут чистый лист. Ну, как видите, снова. А здесь попробовала себя в таком новом стиле. Но не знаю, выглядит очень красочно, красиво, я на него очень потратила много времени, и у меня просто не хватает сил над ним сидеть и вырисовывать каждую деталь, потом тени, потом не знаю еще в этом стиле, как я буду работать или не буду работать. Всем спасибо, всех с наступающим, до новой встречи, пока-пока!